берешь вот здесь, вот здесь, а этот захват вот здесь, правильно? То есть как, делаешь шаг вперед, вот, и стоп, и ценим его, отлично, кривой. Так, Вадим, иди сюда. Делаешь ей три раза, она тебе три раза. Все, вы пошли, посмотрите, пожалуйста. Ну что у вас здесь? Ну давайте делайте. Хорошо. Значит, стой. Андрюшечка, у меня тебе такая просьба. Ты стоишь, да? Ты смотри, ты ставишь ногу сюда. Я уже стоять не могу. Видишь, я сейчас тебя держу. Где должна быть нога? Нога чуть-чуть впереди. Вот, видишь, как бы между ногу делать. Хорошо? Давай, ты три раза, она три раза. Вадим, сядь, сейчас я с тобой займусь. Так, стоп. Ручка здесь? Цени, блин. Нет. Подойди. Призорва, цени, призорва. Дой. Какая нога впереди? Вот рука, нога. О, да. Ты должна ответить, и тоже ножку поставить. Сейчас вперед. Ну, сними другой ногой. Раз, и вот отсюда. Умница. Давай-ка. Так, стоп, вот эта нога впереди. Шаг вперед и заднюю подножку. Оп, и держись. Спина болит. Так, сядь туда. Спина болит. Иди сюда. Оставимся на яс. Вот, можешь спросить. Есть девочка, ну, тоже будет 52 килограмма. Она в 16 лет стала чемпионкой призера Олимпийских чемпионатов мира. Вот именно такая высокая девочка, она подтягивается вот через еще. То есть все можно. Я не говорю, что ты подтягивалась в офис. Ты ручки. Слабые руки – это спина плохая. Если спина плохая, то зрение плохое. Если ты начинаешь учить руки, начинаешь уставать. Начинаешь уставать – тяжело учиться, голова будет. Поэтому физподготовка у тебя, наверное, будет одно из приоритетов. Так, еще раз руки. Вот. Все, подожди, становись. Тяни захват. Шаг вперед и бросок. Нет. Аделина, давай. Шаг вперед и бросок. Стоп. Не двигайся. Ложись на бочок. Вот. Ножку дай сюда. Ручку. Вот так ты должен. Давай. Иди сюда. Бросаю. Сейчас я посмотрю, подожди, кто там у меня. Ага, Олеся и Лукаш. Идешь к Аделине. Михаила, иди к Виктории. Ты делаешь ей голову по руке. Так, иди сюда. Вытащили. Ты делаешь еще два раза, Аделина, а потом она три раза. Так. Сашенька, покажи ему страховку. Пусть он делает пару раз правильно. Вот знаешь, что делает? Он падает туда назад. Нет, между ног.
Ты смотри, что делаешь. Ты поворачиваешься. Наоборот. Ты должна тянуться от нее. И ты сделала шаг. Поставила ногу, чтобы не падать. Видишь, от нее отвернуться. Ты поворачиваешься, а ты должна отвернуться. Отвернуться и прижать ее. Прижать голову. Хорошо? Давай. Да. Раз. И держи. Опять сюда ко мне. Ручки. Бери сюда. Вперед. Вот так, когда ты здесь делаешь, ее опусти здесь за шаг, и держи за голову. Стараюсь голову принять. Раз, я тебе за голову. Я для тебя делаю, видишь, как я тебя заставляю? Наклонись. Падаешь? Наклонись. Тревой Аделина, потом ты вот сюда. Хорошо, а теперь смотри. Здесь хорошо. Но когда нет, если ты его уже делаешь, то он тебе поможет. Так, двигай сюда. Двигай сюда. Слышишь, они пусть поделают. Например, там три раза вот, три раза два. Она хорошо делает. А ты? Нет. Когда ты делаешь, видишь, сюда вот руки прижимай, хочешь, не хочешь, вот. Какие-то цели не дарят? Да, чего это ты делаешь? Да, Артём. Вика сюда, Артём пошёл. Попробуй зашёл. Взяли за два. Так, твоя задача делать дикий бросок. Все, Вика, не ты. Вика, ты все это делаешь первое? Вика, стоп. Пошло в сеть. Куда? Три сеть, руки. Руки. По руке. Ты 30 раз, ты 30 раз. Через 3 раза меняетесь. И я сейчас подойду. Сейчас вы Ксения подойдет, или я. Значит, посмотрите, бери захват. Когда он делает задний вот, ты можешь его раз жестко встретить. Это первая вещь. Вторая девочка. Ты можешь его встретить и показать ему, ему победу, потому что он не знает. И второй, еще одна задача. Просто ногу убираешь. Еще раз. Оп, и ногу убираешь. Так, хорошо. Давай, ему победить. Берите захват. Стоп, посмотри на меня, Дима.
10 идеалов. Данная, которая перейдет только этой новой сумме. Есть такой так, хорошо. И в другую сторону вижу. Вот так. Какая за впереди? Какой захват? Нога впереди, я это ногой сделаю сзади. Пытается, руку выше поставить. Вот, молодец, ножки шире. Выше ручку, выше ручку. Вика, выше руку, еще выше. Вот так. Так, вы отдохните. Да. Хорошо, поменялись. Следующий выше. Так, девочки, Ксюш, пусть они поклонятся, идут сюда. И сюда садите. Чем ближе вы встаете, тем сильнее лоб ударите. Сюда. Расстояние. Так, Вадим сюда тоже встал. Выше Вика руку. Выше. Друг, какой ногой делаем? Покажи ногу. Вот это. Вот, туда делаем заднюю. Давай. Чуть-чуть ему ножку вперед, чтобы он знал, на какую делать. Вот. Еще выше Вика руку. Вот так, да. Вот. Зашли. Что тут торгаешь, что мы нас? Вот. Ноги, ноги шире. Пошли. Вот ты отклонница. Так. Встать, стоп. Вы не смеетесь, я вам объясню. Вы только начинаете. Вика уже год поработала. У нее брат есть, который заставлял. И она сама поклонился, ушел. Поэтому нет, Вадим. Поклонились. Цени приза, Вадим. Цени приза. Готов? Ты делаешь ей заднюю подножку. Но может она сделает, падаешь аккуратно. Хорошо? Вика, смотри, чтобы на него не упал. Отжимай. Вот. Вика, выше захват. Вот так. Видите, как он падает? Встали. Не очень хорошо. Вадимчик, поклонись. Пожалуйста, Олеся. Отжимаем? Михаил, вот сюда, садись там. Ногу сильно не выставляй. Вот. Встань с той стороны. И залезь. А я Вика бежу. Вика, выше захват. Не забывай, вот так, умница. Встала, поклонились. Подальше. Поклонились. Так, Аделина. Я? Да. С ней вообще очень. Аделиночка. Посмотри на меня. Переходишь ковер. Обходишь ковер. Сюда. Младенька. Аделиночка. И вот твой тренер. А она, вот становись. Вот. И она говорит, Аделина, посмотри назад. Аделина, посмотри назад. Что ты? Не дай Боже упадешь. Чем падает? Еще раз. Ты даешь захват аккуратненько. Хорошо, да? Ногу сильно вперед не выставляет, она сразу тянет. Я немножко хочу. Ноженька и сильно ходи. Ну вот. Опа, молодец. Все. Вика, сразу уходи подальше. Поклонились. Пожалуйста, Артем. Еще раз, все, что... Стоп! Что ты? Михаил, сейчас. Еще раз. Все, что у нас делается. Мальчики борются с девочками. Девочки выигрывают. Если услышу. Через полгода вы вдвоем Вика уже будет с ней легко бороться. Будет. Вам. Это сейчас тяжело, потому что вы начинаете. Готовы? Да. Дали захват. Отжимаем. Вика, выше надо ручку, тогда легче будет его держать. Вот так, да. Хорошо. Стоп, поклонись. Да. Следующий, Гришенко. Григорий. Вадим, готовится. Сразу бери, с него выше, будешь и выше. Да, шейку вот так. Вот, да.
Конечно. Я тренер убийки. Не спеши, Вика, даже если... Сильно правую ногу, сильно вперед не выставляет, она тебя заимчивает. Левой рукой в бок почти. Ты надо сообщать, что правда Дэй. Это я? Стоп! Значит так, стоп. Вот смотрите, да? Вика смотрела. Выставит ножку на печёра, пилинки. Тогда можно делать. Значит, а он не выставляет ногу. Все время ходит и старается не ставить. Вот в таком случае, иди сюда. Вот в таком случае, то есть в таком случае, я хочу, не получается, тогда разворачиваюсь, хоп, и делаю бросок рукой. Но сейчас пока не надо. Поклонились, ушел, Вадим. Поклонились. На руками захват. Стоп! Чтобы борец не упал. Ноги вместе нельзя. Посмотрите, чтобы я не упал, я, во-первых, должен взять захват. Руки не прямые, согнутые. Ноги. Не так? Не так. Да, вот так. Да, вы видите даже у меня. То есть вот как ноги. То есть вы должны вот стоять. Едете в троллейбусе. А вот попробуйте не держаться. Если вы вот так встанете на бабушку, на дедушку. Готов? Хаджер. Вика, вышла, захват. Да, легче будет держать. Вика, все там. Ну что? Через месяц нет. Для того, чтобы так удалось, нужно быть физически такой же крепкой. Левой ногой сначала шаг. Вот до конца. Вот. Разворачивайся. Стоп. Мате. Здесь смотрите, да? Что делает Вадим? Смотри. Вадим не хочет падать. Но, Вадим, тут тебе уже делать нечего. Здесь нужно сразу раз попу внизу и сделать страховку. Потому что если так, ударишься, и будет очень больно. Просто Вика, видишь, я предупредил. Поклонились. Так, Михаила. Вот, а теперь по правому. О, ну все. Что все? Пожалуйста. Мате, стоп. Поклонились. Вика ушла. О, Вика сюда, Вика сюда. Так, пожалуйста, Олеся, вперед. Олеся. А вы тоже можете? Ее? Да. Что? Это же не Вика, она в два раза меньше. Ой. Я делаю, чтобы ты не упал. Давай. Не надо. Давай. Хаджимай. Так, сзади подножка тоже делаешь. Михаил тоже делаешь аккуратно. Стоп. Да.
Ты же знаешь, что она там. Почему я так? Молодец, ну, поклонился. Все, ушли сели. Ушли сели. Ушли сели. Так, значит, внимание сюда. Внимание сюда. Нет, наоборот, Артем, ты туда. Ты туда. Вот не садись на этот. Михаил, чуть-чуть. Значит, внимание сюда. Сейчас вы. Аделина, две гантели. Вот сюда. А, зашли сюда, вот сюда. Две гантели берешь. Любые. Бери по ней. Так, Алиса, две гантели. Две гантели. Берите маленькие, маленькие берите. Почему? Хорошо. Вадим пошел, взял. Михаил. Пожалуйста, Вика. Михаил, нет, ты становишься на тебя. Вадим, пожалуйста. Вы, берите на живот. А есть. Вы, садись. Садись, аж сюда, всем. Садись. А мы? Вы вдвоем берете гантели или другие, и потом вот сюда становитесь. Не-не-не, так не надо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, поставь сюда. Не надо, ты сможешь, ты молодец. Вот туда. Вот эти берем. Вот эти. А, можешь, давай мы сделаем так, поставить сюда. Туда, на тот ковер. Так, встали. Встали, смотрим на меня. Встали. И пошли, отсюда поднимаем. Раз, два. Что ты встала? Чиполлино, посмотри на камеру. Она снимает. Встань сюда. Вот сюда встань. Встань сюда! Артем, сюда встань! Ты же вот его не видно. Пошли! 30 раз! Пошли! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Вадим! Раз, два, аккуратненько. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь делаем так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, пошли. Раз, два, три, четыре. 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 Теперь отсюда бокс. Пошли. Раз, два, три, четыре. 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 Стоп. Вадим. Олеся, положи. Положи. Так. Отдай ей зеленое, а забери вот это. Хорошо, что ты большие не взяла. Так. А теперь отсюда. Мяч в кольцо бросаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Бросаем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Легли на спину. Спинали. Руки вверх, сус, сус. И развод. Раз,
два, три, четыре, пять, шесть, стоп, стоп. Артем! Да. Еще раз, уйди на ту половину ковра, татами, уйди. Так, теперь головой ко мне, головой ко мне, головой. Георгий, головой, Вика, головой. Вы развернитесь, Михаила, головой, и ты, Вадим, головой ко мне. Приготовились? Пошли. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Бокс, пошли. Бокс. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Дальше. Кубики делаем на пресс. Ручки вот здесь. Поднимаем колено. И ручки идут. Колено между. Раз, правый, новый, новый. Ножки левой. Пошли. Uno, пресс. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шаса. Шапте. Оп. Но. Дети. Встали. 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 Латычуаре. Смотрим на меня. Артем. И на пол. Вот так, да. Смотрим на меня. О, потом сделаем. Отсюда делаем, смотрите. Упражнение. Тыквобиста. Стоим, делаем. Раз. И раз, два, три. Приседание. Раз, два, три. Пошли. 10 приседаний. Раз. И два удара. Два. Раз, два, три. Три. Вика, сюда поднимись на мат. Четыре. Приседания. Пять. Раз, два, три. Приседания. Шесть. Раз, два, три. Еще два. Приседания. Семь. Раз, два, три. Приседания. Восемь. Раз, два, три. Пять. Как все? Это еще не все. Сейчас. Аккуратно ставим гантели. Я даю скакалки. Делайте 150. 150. 150.